Ежегодные гастроли «Астана-балет» прошли в Алматы. Столичный театр представил разножанровую программу. Это концерт симфонического оркестра с мировыми звездами, современные хореографические постановки и уникальные авторские программы. Подробнее о гастролях театра расскажет Тамирис Белял. Классические и современные спектакли, наполненные национальными мотивами. Репертуар «Астана-балет» самобытен. В театре ставят балетные постановки, возрождая образы из древних легенд. В этом году творческий коллектив в очередной раз подготовил яркую программу для алматинцев. Масштабные гастроли открыл концерт Марии Мудряк и симфонического оркестра под руководством Жузеппе Аквавива. Всегда гастроли в Алмате проходят как очередной экзамен нашей труппы. И на этих гастролях мы показали первое фэшн-шоу в национальном стиле в истории Казахстана. Вот это тоже будет нашей визитной карточкой. «Астана-балет» является хранителем национальной хореографии с самого первого дня своего создания. После того, как в нашем коллективе образовался симфонический оркестр, мы все время лейтмотивом наши национальные корни и музыкальные фрагменты, они у нас звучат. В свою очередь балетная труппа подготовила спектакли «Фавориты» для астанчан «Саломея», «Язык любви», а 15 апреля в День влюбленных алматинцы увидели премьеру «Ромео и Джульетта». Для нас в первую очередь это возможность подарить незабываемые впечатления нашим зрителям. Мы старались представить разножанровые постановки, включая и классические произведения, а также и современные интерпретации, каждая из которых несет в себе особый смысл. Самобытность театра прослеживается не только в хореографии, но и в концертных программах, которые разрабатывает талантливый симфонический оркестр. Турне завершили красочным мелодик-шоу. Для казахстанской публики, в частности, это первая такая программа, где артисты оркестра, которые привыкли быть внутри большого коллектива, могут поиграть сольно и показать себя. Мелодик-шоу – многогранная программа, наполненная классическими и современными произведениями. Музыканты исполнили популярные композиции, аранжировки которых делали самостоятельно. Все шоу сопровождалось хореографическими вариациями. Талантливый коллектив «Астана-балет» принимал Алматы-театр. Тамирис Белял, Алмас Садуахас, 24 KZ.